Мосдружбы. В Казани состоялся концерт, завершающий фестиваль «Дуслы Куперы». Популярные татарские и башкирские исполнители выступили на площадках 10 российских городов. Музыка, объединяющая поколения, песни, способные проложить мост между народами. Все это фестиваль «Дуслык Куперы». На закрытии фестиваля встретились два парламентария. Со стороны Башкортостана в республику приехала заместитель председателя Государственного собрания Юмабека Ильясова. Она отметила схожесть и братство двух народов. Башкирские и татарские народы, они очень близки. И мы друг друга понимаем без перевода. Я сама с детства читала произведения татарских писателей и с огромным уважением от нашей татарской литературы и культуры. Этот гала-концерт заключительный в турне, и прошел он в столице Татарстана. До этого звезды татарско-башкирской эстрады посетили около 10 городов. Среди них Москва, Пенза, Челябинск и Уфа. В 11 городах, где компактно проживают люди наших национальностей, татары и башкиры, полные залы людей. Никаких там насилий над ними не было. Это говорит о востребованности этого фестиваля, этого моста, который соединяет Уфу и Казань. Духом братства прониклись все участники фестиваля. Они работают бок о бок и вместе строят мост «Дуслык Куперы», объединяющий народы, будь то исполнители классической песни или современной поп-музыки. Через свою музыку хотим донести людям, донести своей публике, что мы работаем на одной сцене, одна культура, мы вместе. Я думаю, на сегодняшний день это очень актуально. Лучшие образцы классической, народной и современной музыки звучали на одной сцене, гармонично сочетаясь друг с другом. Песни исполняли знаменитые артисты, такие как Ринат Ибрагимов, Элвин Грей и Халида Бигичева. Зрители остались в восторге. Очень долго ждали, очень давно билеты купили, потому что любим выступления и татарских артистов, и башкир. Песни нравятся, танцы нравятся, и музыка. Очень красиво поют артисты, певцы. Нам нравятся песни башкирские. Подобного рода фестиваль проводится впервые и объединяет татар и башкир по всей России. Во всех городах, где проводили концерт, свободных мест не было. Это первые шаги на мосту дружбы двух народов. Анастасия Максимова, Адель Миндубаев, «Вести Татарстан».